Всем-всем привет! Сегодня хотим показать наш заказ по 17-му каталогу, уже 19-й, это с фотографиком буду. От Avon, это уже новогодний, последний каталог в этом году. Такой вот красочный, большой заказ. Ну и давайте начнем с самого большого в заказе. Это вот с этого геля. Который стоил за 199 рублей. Заказали у меня вот такой вот Морская Лагуна. Все его уже знают, этот гель. Аромат. Сочная груша. Очень такой нежный аромат. Такая вот бутылка. Ну и дальше. Гели у меня заказали. Акция вот такая. Любые два за 139 рублей. Два геля. Это первый заказали Солнце Калифорнии. Очень, кстати, классный гель. Мне очень нравится. Такой летний нежный аромат. Да, гель я все-таки Вейвани лучше. Персика. Грейпфрут персик, да. Вейвани мне нравится. И второй, это вот такой вот антистресс у меня уже брали. Такой только 500 мл тоже. Вот сначала думала, антистресс вонючий. Нет. Он такой, попробую открыть, такой нежный, ненавязчивый запах. Антистресс, поэтому. Антистресс, да. Вот такой вот классный гель. Так, ну и к следующему. Это заказали мы уже на подарочный набор за 179 рублей. Сюда входит гель для душа, мыло для рук Морская Лагуна и крем для рук. Вот такой вот крем для рук, миндаль и ландыш от Naturals. Такой сладкий, нежный, вообще классный аромат. Вот такой вот набор. О, как синенькая. Сегодня у нас все. Морской, все. Большой. Вот еще 500 не хватает, тогда было бы вообще идеально. Так, следующее, что у меня заказали. Так, хотела по-быстренькому, ну как всегда, ладно. Ничего страшного. Это два, тоже акция была, каждый за 99 при покупке двух. Две интим гели. Кстати, вот интим гели в Эйвоне мне очень нравятся. Я от них без ума. А свежесть хлопка. Вот, кстати, мы сейчас пользуемся вот этим. Очень классный. Ненавязчивый запах и не раздражает. Ничего. Советую. И второй. Это для женской интим. Рекомендовано для молодых девушек. Чисто для молодых девушек. Уже сделан с яблочным ароматом. Кстати, я его еще не нюхала. Надо понюхать. Какой приятный. Да. И он кремообразный. Если камера сейчас передаст, кремообразный. Такой вот. Надо выписать. Да. Попробовать. Так. Следующее. Я попробовала это средство пробником. И влюбилась. Мне очень понравилось. Так. Понравилась вот эта новая коллекция «Магия гиалурона». Мне пришел пробник сыворотки, который не смываемый. Это помыли голову и потом нанесли на кончики, на все волосы. И поэтому в этот раз я решила попробовать и шампунь, и бальзам, и полоски. Набор из трех за 399 рублей. Так, вот что мне пришло. Шампунь для тонких и нормальных волос. Бальзам ополаскиватель. И вот она сыворотка, несмываемая. Я постоянно пользуюсь, мне нравится вот это средство, вот эта серия. Очень классная тоже. И несмываемая сыворотка. И это. Но будем пробовать уже вот это, именно комплексом. Хочу попробовать именно комплексом. Ну, так так и надо делать. Да. Не вот поодиночке, сейчас. А комплексом тогда эффект будет лучше. Аромат у него приятный. Такой вот легкий.
какого-то аромата. Ну, как для шампуня. Вот. Правда, чуть-чуть при транспортировке помялась, но ничего страшного. Так, следующее. Давайте смотреть. Заказала я себе набор. Причем этот набор очень большой. Это набор Креоскин за 450 рублей, состоящий из 5 средств. Давайте смотреть, что мне пришло. Первое. Это черная маска для лица. Сокращение пор и блеска. Кстати, у меня брали, говорят, классные. Так, дальше. Очищающее средство для лица. Сокращение пор и блеска тоже. Буду черные ходить. Ну, во-во-во. Они же черные маски. Черные маски. Да. Ну, хотя говорят, что они не сильно черные, там просто прозрачные. Не так, как это бурлило в Бурлике. Нет, в Бурлике нет. Следующее. Для лица очищающее средство против черных точек. Очень классное средство. Рекомендую его вообще. Я от него без ума. Так, только я... А, да, это... Вообще классно, у меня вот только недавно закончился, но я рада, что оно мне пришло. Особенно если... Упаковку сменили, что ли? Да, упаковки сменили. Если его нанести, и если у кого есть аппарат вот с фикс прайса вот для массажный, им умыть, то вообще никаких черных точек не будет, и поры будут открыты. Надо после этого обязательно провести или умыться холодной водой, или льдом. Я перепутала чуток. Ничего. Это у меня выписали. А, ну ладно. Это у меня выписали. Это не мое. Так, мое. Да, мое. У тебя все зеленое. Да, гель для лица очищающий, сокращение пор и блеска. Кстати, сокращение пор и блеск вообще. А это не мое. Я перепутала что-то. Скраб для лица отшелушивающий. Хотела прихватизировать. Ну, да. Ладно, хоть и своих прихватизировать. Ну, бог, хоть 3 дня. Да. Кстати, наконец-то нам скраб пришел. Да. Скраб. Посмотрим. Да. Кстати, аромат какой? Все зелененькое. Нормально. Такой. О, тоже зелененький. Да, зелененький, еще прозрачненький. Тоник для глубокой чистки. В общем, из этой же серии. Похоже, вся серия сокращения поры и блеска. Вот. Начинаешь с одного, кончаешь с другим. Да. Так, следующее. Что у меня заказали? Это уже заказывал, убираю. А тут точно прихватизирую. Маска для лица за 119 рублей из серии СПА турецкий хамам. Ну, она уже давно его заказывает. Постоянно заказывает. Постоянно. Но уже, наверное, четвертая, ну, или пятая упаковка. Ну, наверное. Очень нравится. Очень нравится. Надо попробовать у нее. Надо будет. Так, также у меня заказали расческу. Сейчас будем шуршать. Доставать расческу, смотреть. Вообще мне расчески нравятся эванские. Да, и у нас уже 10 лет некоторые. 15. 15 даже? 15. И с ними ничего не происходит. Ну, подумаю, что ручки выцвели. Чуть-чуть и все. Вот, массажная расческа за 200 рублей, за 199. Давайте ее смотреть. Вот в таком пакетике. Большая. Пошуршим. Ага, не то открыла. Угу, порвёшь сейчас у ребенка. Ага, ее нельзя в общем открыть, она запаянная вся. Так что ладно. Вот такая. Ну вот если взять, смотрите, вообще. Убить можно. Ну да. Ну и она. Прям моя ладонь. Ну в сумку ее не положишь. Нет, конечно. Дома будет пользоваться. Дома будет пользоваться, да. Так, и последнее, что мне заказали, это вот такой вот по акции крем новогодний от Кар за 65 рублей. Давайте смотреть. Вот такой вот крем, мягкое увлажнение, крем для рук и ногтей. И кутикулы ухаживающие с овсом и экстрактом ромашки.
Я не знала. Господи, блин. Все собрали. Овес и ромашку. Ну, как раз на ромашку. Вот, кстати, пахнет-то вообще. Ага. И ромашка не чувствуется? Не чувствуется, я вез. И овса нету. На овес, мне кажется, вообще не пахнет. Как я спа. Может, я ошибаюсь. Ну, она смеется, потому что одно время я овес пила. Поэтому все родственницы, все родственники обхохатывались, когда я пила этот овес. Да, вот ну теперь... и, конечно, мы маме заказали вот такие два пробника. Ночной и дневной. Ну, на пробу попробовать. На пробу, да, потому что новая серия, мы еще не пробовали вот это. Вот такой вот у нас большой заказ с наборами. Уже новогодний. Ну, удивительно, что-то это не реакция никакой у нас. Да, реакции никакой, ну ладно. Лежат они, ладно. Спят. Спят все. На этом все. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. До новых встреч!